Всем привет, это канал На Спорте. Мы нашли очень необычный челлендж, где вратарь Петр Чех отбивает пенальти с помощью усложнений в виде воды. Мы сегодня попробуем испытать это на себе, узнать, действительно ли это вообще можно сделать, и заодно посоревнуемся в выходах 2 на 2. Мы с Ромой против вегана и про-футбол челленджа. Кто проигрывает, та команда выпивает 4 литра воды на двоих. Хоть бы проиграть. Хоть бы проиграть. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Давайте начнем. Су-е-фа. Это было очень сложно на самом деле попасть в бутылки. Очень сложно попасть в бутылки. Сколько ты забил? Я забил два. Два? Два. Скажем три. Скажем три. Он тупой, не считает. Чего? Блин, ты что, как забить или ты в итоге как забил? Катил? Назад. Приспособлен. Спинку назад. Адаптация. Реально, не идут, не идут. Не вот так, а вот так. А, окей. Вот так, вот так. Абсолютно. Вот так? Вот так, не съебись. Че, ты несколько? Вот так, можешь? Давай, как? Типа, ну, назад, вот. Да, типа, давай. Как не ворот. О, было. А-а-а. Конечно. А где ты раньше был? Просто звучит. Давай, давай. Обманул, дал, шел. Зачем ты дуришь? Нормально, хороший гол. Да, такое. И вот это последний. Держи. Типа, блядь. Это талантливо. Артур, ты убирай его все время. Нет. Пей туда. Сам воды мало. О, хорош, еще. Пошел. О, давай. От шишки бей, бей от шишки. Тащи все. А ты куда будешь? На горлышко смотрим. Хорош, а как гол-то забить? Левый, ты как раз левый можешь ударить? Как крыса. Левый, пожалуйста. Гол, да. Левый. Левая. Перекладина. Забить левый-то с такого угла.
блин, футболисты, блин, потом вытаскивайся. Ничья 1-1 пока что. Давай дополнительный раунд. Двигайся, братан, двигайся. Мазы, стелись уже, стелись. Все, ломай. Отдай, давай. Эй, не давай, не давай, блядь. Не давай. Не давай. Не дай, не дай, ударь. Один вариант. Раз и не ел. Давайте, пацаны, давай, давай, давайте. Это все, на что вы способны. Следующим я стою против Илюхи. А ты уничтожаешь этого Славку. Плохи дела. Попытки ставим все. Да. Можешь сыграть? Изи. Ну это же офсайд, да? Офсайд не как-то. Офсайд же, ребят. Не знаю, правильно. Мы там... Бестолковый канал. Сразу радость была. Давай закончим. Что, проиграем? Ну, блядь, давай проиграем. Вы все видели сами, челлендж с бутылками мы проверили. И он реальный, можете попробовать сами. В нашем челлендже с выходами 2 на 2 мы с Ромой проиграли и пойдем пить воду. 4 литра. А пока ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик и до новых встреч. Нам с тобой нужно по 2 литра воды выпить. Ты готов? Нет, но это же ничего не меняет. Да, ничего не меняет, погнали. Так решил. А мы за здоровый образ жизни. 4 литра воды после тренировки. За тебя, бро. За тебя, бро. Да я столько пил, а тут пол бутылки только, ё-моё. Наконец-то я не проиграл. Было бы тупо, если бы... А можешь ноги побрить просто за компанию? Да, блин, побрить ноги, скрутиться 30 раз, выпить. И выпить 3-2 литра. Я же не проиграл. Сидим, хорошо, обстановка по кайфу, как говорится. Музычка тут пойдет, да? Да. О боже, у меня давит прям на желудок. Не, братан, надо пить 2 литра, блин, надо хейтить, ёпта, надо пить. Всем насрать, блядь, никто до конца не досматривает. Блядь, он так переживает. У тебя точно литр? Как ты легко пьешь её? Ну, он не проглатывает. Я на спорте! Подписывайтесь, ставьте лайки. Не, вы реально это сделали. Снимать. А я сливану ролик выложите. Бля, везет.